Для чего нужна аналитика звонков от Ringostat? Это Филипп, ему 32 года. Он владеет небольшим бизнесом по доставке суши, который приносит ему небольшой стабильный доход. А это Марина. Ей 29. Она сумела накопить стартовый капитал и открыть свой бизнес, о котором она так давно мечтала. Марина – прямой конкурент Филиппа. Они с Филиппом начали работать примерно в одно и то же время. Филипп – мечтатель, но он знает, что продвигать свои услуги он может разными способами, размещая рекламу в журналах, на билбордах, делая поисковую оптимизацию сайта и размещая контекстную рекламу. На эти каналы он равномерно распределил весь свой рекламный бюджет. Это позволило получить некоторый поток клиентов. Однако он не знает, какая именно реклама работает, и вынужден продолжать оплачивать все ее виды, не имея возможности потратить больше на ту, которая эффективна. Марина – реалистка, и она понимает, что результат любой деятельности нужно измерять. Она решила воспользоваться теми же каналами рекламы, что и Филипп. Журнал, билборд, поисковую оптимизацию и контекстную рекламу. Но для отслеживания эффективности она воспользовалась Ringostat. Для каждого вида рекламы был использован отдельный номер телефона. Это позволило соотнести каждый звонок с конкретным каналом продвижения. Марина начала с небольших сумм. Это позволило привлечь первый поток клиентов. Спустя время она анализирует, какой эффект дала каждая реклама. После этого Марина смогла качественно распределить бюджет на рекламу, которая работает. Ее успешной работе с клиентами способствовали и другие возможности, которые она открыла для своего бизнеса с помощью Ringostat. В результате получила стабильно растущую прибыль и открыла филиалы.